И с нами на прямой связи раздраженная белорусская горожанка. Перемен требуют наши сердца. Здравствуйте. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Да-да-да, ради бога, я только за. Мужик, громче говори, я после этих митингов оглохла нахрен. Вы не согласны с результатами голосования? Куда голым сование? Я не слышу. Ну, на выборах. А, не, никто голым не выпорол. Флаг у вас на лице, это вы за смену государственной символики? Да не, это я за Спартак. Спартак, тише, чемпион. Тише, я понял. Скажите, а чего вам не хватает? Денег. А кем вы работаете? Я? Я не работаю. Так что вас не устраивает? Честно, сиськи маленькие. А, ну а что ж вы пошли на митинг против Лукашенко? А ты где-нибудь видел митинг против маленьких сисек? А вот говорят, что протесты финансируются из-за рубежа и участникам много платят. Не финансируются? Мало платят. А, так что вас привело-то на митинг? ОМОН. В смысле? Мужики там крепкие, уж обнимут, так обнимут. Кстати, я еще не замужем. Живе Беларусь, живе! Вот, тихо, тихо. Спасибо, спасибо, что заглянули. Желаю вам поменьше митингов и побольше петингов. Не заблудитесь там в своих убеждениях. Вот совсем-совсем ни разу не уважаемый Тигран Кеосаян. Я обращаюсь к тебе сейчас от лица всего нашего белорусского народа, который ты унизил и оскорбил, несмотря на то, что твои видео якобы сатирические. Я обращаюсь от лица не только женщин, но и мужчин, которые любят этих женщин, которые гордятся этими женщинами, которые оберегают этих женщин, видя, на какой подвиг они идут, каждый раз выходя на мирные митинги, каждый раз подвергая себя опасности, быть избитыми, изнасилованными, попасть в тюрьму или получить штраф или дубинкой по почкам. В твоем паспорте вместо буквы «М» должен стоять неопределенный род, потому что ты «оно», по-другому тебя не назовешь. Я очень хотела бы посмотреть, где была бы твоя сратая сатира, если бы ты попал на Окрестина, тебя сутки молотили бы, чтобы ты был черный от синяков, потом бы тебя пару раз дубинкой бы изнасиловали, ты бы поголодал, посидел бы в камере 3 на 3 метра, где 40 человек, в холод, без еды, без воды, ходил бы, мочился под себя. Очень бы я хотела посмотреть, как бы запел ты тогда. И какой бы сатирический, очень, по-твоему, видно, смешной ролик ты бы снял. Нашел какую-то немецкую непонятную актрисульку Шмакову и решил поиздеваться над той, тем горем и бедой, которая происходит у нас сейчас в Беларуси. А та, бляха-муха, извинилась она. Да в жопу ты иди со своими извинениями. За 3 минуты ты текст получила. Может, и грим тебе за 3 минуты делали? Знала ты прекрасно, что ты говоришь и как ты говоришь. Только, наверное, не ожидала этот поток негодования от людей. Потому что издеваетесь вы сейчас над нашим горем. Мы выходим за нашу свободу. За нашу свободу. Мы устали жить в том, в чем мы живем. Мы выходим с мирными акциями протеста. Мы не делаем ничего незаконного. Нас избивают за это, нас сажают в тюрьмы. Мы боимся слова сказать, мы боимся на улицу выйти. Нас избивают наших детей, у нас пропадают без вести. У нас куча людей умерла, про которых еще неизвестно. И вы над этим смеетесь? Это смешно? Сиськи у нас маленькие. Да зато у нас есть совесть, ум у нас есть, сострадание есть, честь есть. То, что вам неизвестно. Такие понятия для вас вообще чужды. Твой отец, уважаемый, неуважаемый Кеосаян, если бы увидел то, что ты делаешь, в гробу бы перевернулся. Я не знаю от лица мамы, что твоя мать на это говорит. Но любой другой уважающий себя человек руку бы тебе после этого не подал пожать. Нам не платят. Вот сколько тебе заплатили за это говно? Очень интересно. И вопрос остается, кто из нас проститутка. Так что забирайте свою Симоньян. Желаем вам не митингов, не петингов, а мозгов, совести и чести. Забирай и валите нахрен с нашей страны.
Валите и не появляйтесь здесь никогда. Забудь слово «Беларусь». Оно...